Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать. Мы сегодня будем играть вместе с Маугли, вот замечательная игрушка под названием Nidhogg 2. Ой, мои дорогие, готовьтесь к Мочилову безудержному. Здесь можно сделать персонажа, в общем, я пока еще в эту игрушку не разобрался, мне Маугли будет подсказывать, рассказывать, и, в общем-то, будет у нас здесь кровавые бойни. Давай, выбирай себе персонажа, какого цвета ты будешь. Так, я, в общем, буду красного, получается. Все, я вроде готов. Здесь можно его нарядить, и очечки, прическу, все сделать абсолютно, да? Звезду. Да, чтобы был у нас шикардо, чтобы все, чтобы Мочилово, оно было не только кровавым, но еще и стильным. Ну, а также давай, здесь можно выбирать уровни, да? Ну, давай любой какой-нибудь выберем. Кастл нормально, да? Вот этот. Пойдет кастл в замке. Мне кажется, самое лучшее место для Мочилова. Так, ну ладно, что, понеслось. Ух ты! Смотри, какой легко. В общем, мы в поддавки не играем, да? Мы просто вот, ну, прям как есть, вот идем, прям просто устраиваем зарубу и пытаемся, в общем... Я выкинул свой меч! Ах ты! Куда ты взял свой меч? Мне нельзя проходить. Ааа, жестко! Жестко! Ой, нифига себе! Слушай, а я подожди, почему я не добежал-то, а? Подожди, а почему я не добежал? Здесь, как бы, получается, зависит от того, кто доминирует сейчас. То есть, допустим, если вот ты сейчас бежишь, да? А, несколько. Здесь уровней есть еще, получается, да? Здесь несколько экранов таких. Вот оно что. Кто первый прошел, тот, в общем-то, и победил. Вау, вот это прикольно, конечно. Постоянно, как бы, первенство, оно может смещаться, то к одному, то к другому. Да, смотри, кстати, какой вообще, лихой, а? Прям вообще. Меня добили! Не, ну игрушка реально кровавая, реально кровавая. Подожди, а куда меня перенесло? Я же должен был там пойти. А я странно как-то переметнулся, подожди. Здесь как бы вот кто побеждает, на того стороне, в общем-то, и игра. То есть получается, если, допустим, я тебя, ну, побеждаю и просто пробегаю вперед, значит, если ты сзади где-то оказался, я могу просто убегать от тебя и все. Вот оно что, да? Это показывает, какая стрелка наверху. Вот видишь, сейчас зеленая стрелка. То есть, если я просто сейчас пробегу, как бы игра будет на моей стороне. Так, а подожди. Видишь? А, видишь, на твоей стороне, и меня опять. Меня убивает из-за этого, да, получается? Ну как бы да, ты, получается, телепортируешься передо мной куда-то. Не особо понял, как бы, как это происходит. Ну ладно. Ну окей. смотри, я просто. А, я направо. То есть, если бы мы просто, ну, были бы, скажем так, в равных положениях, то получается, мы могли бы просто друг от друга убегать в разные стороны, и тогда кто бы победил? А, ну да, получается. Здесь получается, да? Как бы так, что тот, кто. Вот я сейчас, допустим, иду, да? Я, по идее, могу от тебя убежать и все, но я тебя закалю и потом убегу. А, ну понятно, понятно. Ох ты! Так, какой-то мне маленький кортик дали. У меня тоже. На кортиках давай. Смотри, что происходит. Кстати, менять можно позицию. Слушай, нифига себе. Слушай, я еще кинул этот лук свой. Ну да, из него надо стрелять, не кидать. Я тоже можно. Ах ты! Засмотрелся на тебя. Так. Такой персонаж, видишь, у тебя привлекательный. Да стой, ты куда побежал? Слушай, здесь много... Можно было погрузиться в игру. Да, здесь очень много еды, я смотрю. Здесь замечательный стол, просто великолепный. Ух ты, ничего себе, можно стрелу отбивать. Ах ты, отразил, вау. Ты смотри, что делает. Что творит, здесь можно... разыгрался Родригес. Опа. О, можно, а потом, слушай, а если без меча, он тоже может биться, да? Он пинается, да, пинается. Ой. Слушай, лучше теперь у нас. Стрела поразила меня в заднюю. Открыл достижение, я какое-то достижение открыл. Видимо, я умер от собственной стрелы. Достижение. Неплохо, неплохо. Слушай, ну прям ты попер вообще жестко. Жескач, жескач. Ай-яй-яй-яй. Давай, скорее. Цветки помогают, цветочки. Видишь? Скорее, надо сваливать. Вот так вот, например. Это было круто. На тебе, вот. Я с луком вообще не умею обращаться по-нормальному. Кстати, мне лук тоже что-то... Ох ты. Слушай, это наше владение, я так понимаю, это два конкурирующих каких-то... Клана. Клана, да, скорее всего. Или два соседа, да? Это привет сосед, наверное, слышит, это новая бета. Жестко. Ё-моё. Хардкор-версия привет сосед. Да, хардкор-версия. Да, слушай, это, знаешь, кстати, напоминает, наверное, мне фильм, помнишь, как же, Агенты Смит.
Ты смотрел этот Брэд Питт и как же он? Анджелина Джоли. Или как же там называется? Да. А, да-да-да, что-то такое. Финальный уровень, вау! А что здесь в финале? Погоди, Это как последний экран, который, если я пройду, я победил. А, вот оно, то есть практически ты уже у нас дома, да? Типа того. Эй! Слушай, я выбил меч, но тебя не убил. Я думал, я тебя убил, нет? А, черт возьми! Последний шанс у тебя. Ох ты! Что-то ты это жесткая, жесткая каточка, жесткая. Подходи давай. Ох ты. Ты смотри, что творит. А, я упал в костер. В огонь. Слушай, у меня тут жарко, у меня тут очень жарко. И еще тут что-то есть. Это финал уже? Это... О, кто это съел тебя? Знакомься, это Уорми. Это червь? Это какой-то огромный червь? Это какой-то червяк. Я не знаю, здесь весь мир игры, он крутится вокруг каких-то червяков. Поэтому в конце тебя победоносно съедает червь. А, то есть в итоге все умирают, да? Так понимаю. Ну, типа того, но это как бы победа. Не, ну игрушка действительно прикольная, кровавая, она угарная. Угарная. На самом деле прикольная. Пиратский уровень у нас. Так, это пиратские. Ага. Ух ты, смотри-ка. Я сейчас точечными ударами уничтожать. Получил, да? О, я сменил позицию немножко. Чуть-чуть. Так, 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 уходим. На тебя. Какая? Пираты, пираты. С кортиком, с кортиком. Мастер фехтования. Над головой. Стрела пролетела над головой. Давай, Купидончик, лети ко мне. Надо было кидать лук, надо было кидать. Кидать у меня лучше получается. Опа. Ладно, бери давай. Ах ты, стой. Ай, заколол. Опа. Так, ничего себе, я думал, я тебя застрелил. Я что-то сделал. Что-то прям такое, что... А, слушай, нужно было, понятно, тут у нас... Ах ты. Я просто решил, знаешь, не гнаться за победой, я решил просто с тобой пофехтоваться. Ах ты, ты что творишь? Слышь, хитрец, бобрец. Потихоньку. Да что ж такое-то? Эй, мистер Родрик, в принципе, было. Несколько лук. Я обычно кидаю лук, потому что от собственной стрелы можно умереть. Есть такой. А тут можно еще снизу пройти. Нехило тут. Слушай, придумано, зажился, конечно. Да? Прекрати. Так, пиратская карта довольно угарная, довольно прикольная карта. Здесь, вот, знаешь, ты вроде как побеждаешь, куда-то доходишь, потом раз, и такая череда, знаешь, ничего. Ай, девушку прям в лицо, ну как ты мог? У тебя... Я согласен, эта девушка особо не вызывает никакой симпатии, она такая брутальная. Такая зеленокожая, да? Это, наверное... мистер Шрек. Мистер Шрек. Это Фиона, наверное, слушай. Может быть, это Фиона? Так вот. Ох ты, слушай, у меня получилось как-то... Ты знаешь, что если ты будешь Фиону убивать, Шрек придет, тебя накажет потом. Слушай, ну да. Никогда с женщиной богром не заигрывай. Так, 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 убегаем, бегаем, бегаем. Ай, не успел. Ах ты! Да. Лук, лук, лук. Слушай, мы выбил, представляешь, друг друга, я выбил у тебя лук, да? А, вернее, короче, меч... Короче, вообще, я даже запутался, я даже не знаю, что здесь сказать, потому что здесь просто вообще... Что происходит в этой игре? Здесь действительно очень такой насыщенный. Ох ты! Как ты от меня убил, много стоять? Не иди туда, не надо, Гродригес. Жесть! Жесть! Ай, господи! Офигеть, что творится? Просто что творится? Будем меч! Откуда ты его взял? Ван Дамма! Что ты делаешь? Это стиль Ван Дамма. Ай, последний экран. Нет! Нет! А, прям до финиша уже. Да что происходит вообще? Я думал, теперь всегда будешь побеждать? Ох ты, блин. Стоять. Ну-ка, Родригес, хватит пинаться. Тебя же твоим же оружием.
О, господи, черт! Неужели? Прям на финише! Прям на финише! Прям на финише! Что это было сейчас? Иди сюда, скажи! Ай! Стоять! Господи! Фу, ребят, хардкор просто здесь зашкаливает, да, на самом деле? Да. Ох ты, блин. Стояма! Черт! Ребята, ну это было, да. Вторую катку кое-как вытащил. Ребят, ну прикольно, да? 1-1, короче, у нас с тобой. Давай третью решающую. Давай третью решающую. Рэдди. Древний храм какой-то у нас. Древний какой-то храм. Это что-то с какими-то индийцами. Майя, наверное, да, какие-то, наверное, что-то в этом духе, да? Ну да, да-да-да, ацтеки, майя. Лобана. Очень древняя. Что такое-то? О, пшеница. Ох ты! Вау, ничего себе, что произошло! Лучше здесь вообще. Я пытался сейчас по стелсу спрятаться в траве. Ох ты, блин, слушай. Смотри, там какой-то ворон, видел? А ну стоять! А-а-а! Ты что такое? Есть! Ой, ой! Опа! У меня нет ничего! Слушай, я выкинул свой лук. Я выкинул свой лук. Это так нечестно. Ты должен был зайти в это дерево, я должен был тебя уничтожить. Здесь можно из-под тяжка, да? То есть это как-то хитро. Ну да, по прятаться можно. Ой-ой-ой. Тут вообще ничего не видно в этих зарослях. В зарослях вообще ничего не видно. Да кого? Ты меня вон на ощупь запинал. Я потерял свой этот меч. Достоинство. Ох ты, как красиво-то, а? Было вообще красота. Было реально круто. Смотри, там еще ворон какой-то есть. Там еще ворон-то, видишь, какая-то сорока или ворона. Ну, здесь он, белки какие-то есть. Но они неактивные, то есть их уничтожить нельзя. Так, ладно. Разошлись. Да, походу сейчас будет сурово. Слушай, кровавая месиво. В турнире. Прям... Так. Ах ты! Лук мой, моя техника с киданием лука не совсем была успешной. Да, она не всегда срабатывает. Я думал, я тебя заколол. На тебе. Ручный меч очень тяжелое оружие. Поэтому... Догнал все-таки. Здесь просто, знаешь, как сказать, жизнь, она не ценится в этой игре. Вообще. Слушай, а где я? Ой, я-то где? Подожди, я прям на краешке оказался. Я прям оказался на краешке. Ой-ой-ой. Да стреляй, чё ж ты? Ох, это было, да. Смотри, как, смотри, какое у нас противостояние с тобой. Никак не можем. Вообще ужас просто. С экрана выйти. Это жесткое противостояние, на самом деле. Так. Эй, я что-то запнулся, я чуть не умер. Я чуть сам не убился. Воу, финал! Финалочка! Подожди, не уходи с финального экрана, пожалуйста! Ай, я почти убежал. Я почти убежал. Белка! Возле белки нельзя махать. Так, белочки. О, подожди, мы как друг друга убили? Да ладно, да, так такое видел. Возможно вообще? Ну, как видишь. Ой-ой-ой, куда ты прыгаешь? Что происходит? Что происходит? Ты слишком много машешь ногами, да? Ты слишком много машешь ногами. Ну, конечно, да. В рукопашной схватке, конечно, у меня шансов не очень много. Да стоять! Куда пошел? Быстро ко мне вернись! Ай, убегай! Убегай! Ой-ой-ой! Не убегай, Родригес! Ты мне еще нужен, мертвым! Да нифига себе! Так. Эй! Стоять! Так, уходим подальше отсюда. Никак не получается, но... Не получается, не...
Наколол. Это вообще жесть. Это... Оу, зачем я выкинул? Боже, зачем я выкинул? Я не могу меч. Достать! А-а-а! Черт! Не могу такой. Ах, да. Здесь, знаешь, комментировать такие комментарии, как бы. Здесь только орать остается. Да стой, ты куда пошел? Я не понял! Ай, упал! Что такое? Ты давай дерись! Опять на середину. Опять на середину мы прибежали. Нет, все, я возвращаюсь, почему не. Давай. О, черт! Вот черт, а! Здесь нужно тактику, наверное, знаешь, какую делать? Нужно, если ты не успеешь догнать, то тогда нужно просто бежать в обратную сторону, чтобы переродиться, да, скорее. Да. Ой. Так, от собственной стрелы умер, да? Да, я заблокировал. Эй! Слушай, я в двери ударился, ты видел, да? Я в двери, я кинул, короче, в дверь. Это жестко, да, это жестко. О боже. Это, знаешь, как сказать, Дункан Маклауд и из клана Маклауда, короче, племя со Шреком, да. Маклауд бился с Фионой. Стоять! Ах ты, прямо возле! Прям вот... Ах ты, не успел выстрелить! Так, убегаем. Вот, ну, здесь, конечно, вот самая такая, знаешь, я здесь, сюда... Да, надо не торопиться. Сюда пробегаю всегда с... Потому что я там жду тебя. Я пошел купаться, короче. Я пошел купаться. Да вообще, слушай, мы не можем с тобой рубеж преодолеть вот это. О! Что это было? Офигел. Вау, стрела такая. Ах ты, блин. Эй, где мои? Где мой меч? Равновесие сместилось. Это битва, знаешь, богов. Битва богов. Ну что-то я смотрю на нас, и вот мне что-то не кажется, что мы с тобой какие-то боги. Да ёшкин матрёшкин, ну что ты делаешь? Ну стоять, я сказал! Стоять! Тихо-тихо, стрела, почти меня догнала. О боже, нет, опять этот, ужасный момент. Ужасный момент здесь. Слушай, ты не намокнешь под водопадом-то у тебя-то? Да нет, нормально, я уже так вспотел, тут сражаться, что аж помыться хочется. Давай, не мандражируй, подходи. Дункан Маклауд против Фионы. Смотри, оп, я с закрытыми глазами. Так, закрыто. А ты глаза, кстати, закрываешь, ты тоже отдельно кнопку нажимаешь, чтобы закрыть глаза, да? Ну нет, она сама как-то, она видит, настолько крутая. А, я заговорил меня! Ах ты! Заговорил. Не успел, да. Не успел. Ну хотя бы сейчас хоть меч есть. Хоть это... Хоть как-то... Ах ты! Все равно, здесь вот просто какое-то читерское место. Я не пойму. Я не пойму, как его проходить, серьезно. Не знаю там, как это сделать. Господи. Надо уже равновесие сместить немножко. Да-да. Мы застряли. Да, да, да. Собрались. Не запало. Ай, вообще жесть. Постоянно, да? То есть это... Все. Ладно. Все. По-моему, Фиона пошла в разнос. Фиона пошла в разнос, да. Наверное, да. Все. Песня, да, танец валькирии. Дункан Маклауд. Из клана Маклаудов. Ах ты. А, стой. Бежим на то самое известное место, популярнейшее. Опять же. Смерть неминуемо ждет. Ладно, давай уже, наверное, будем... Поддавайся, чё. Я думаю, приходить нужно к консенсусу, поэтому нужно как-то... Консенсус один. Договариваться. Нет. Тут есть дом, в принципе, можно можно как-то вместе поселиться. Сейчас, размечтался. Нет, на этом острове слишком мало места для нас двоих. Да, походу, маловато, да. Представляю, если это были бы кланы, представляешь, кланы. То есть не два чувака, а это были бы кланы, то это было бы вообще люто. Просто люто. Особенно если бы несколько игроков на карте одновременно присутствовали. Да, вот это было бы, вот это интересно. Вот это, мне кажется, интересно. На! Проскочил, а? Опять роковое место. Ааа, да здесь невозможно пройти, вот серьезно.
Здесь нереально. Просто нереально. Два лучника встретились. А, есть! Вторая сабля! Вторая сабля! Ах ты! Так, где мой лук? Я дал тебе шанс. Да что ж ты будешь делать, стой! Ух ты! Не может быть! Стрела! Вообще, стрела судьбы! Стрелы. Что такое? Слышь, прекрати! Сиди, я сам открою! Открыто достижение Blood Last какой-то. Что это за достижение такое? Не знаю, слишком много женщин убиваешь. Слишком много. Женщин это тоже что-то суровые. Ладно, окей. Давай посмотрим, что будет в финале просто уже. Ух ты, как, а? Да ну! Прекрати. Так, ну в общем у нас 1-1, по сути. Можно сделать, конечно, ничью. Можно сделать ничью. Почему бы ладно, нет? Ладно, пойдем до червяка дойдем, так интереснее будет. Пойдем до червяка кто-нибудь. Побежали. Давай до моего пойдем, ближе. Нет, пойдем я тебе своего червяка покажу. Пойдем, короче, ко мне. Я подожди, у меня стрелка горит. А, у тебя стрелка горит. Да, пойдем, короче, ко мне. Ладно, приглашаю в гости. Я, я как Д'Артаньян. Да, галантный. Такой галантный парень. Мне нужно было это сделать, чтобы у нас стрелка появилась зеленая. Да. Давай. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Просто остановимся. Белочки. Вот белка, смотри, у нас есть. Белочки. Ой, сори. Погоди. Летающие мечи. Давай в меня. Я хотел белку кинуть. О, что-то смотри, подвисло что-то, да? Подвисло, немножко. Подвисло. Просто игра не вывозит столько крови. Посмотри, мы прям вообще, что происходит? Воу! Сейчас у меня вообще подвисает. Ты видишь? У меня тоже. Давай. Бежим, короче, быстро уже. Давай, короче, бежим к червяку, иначе мы просто не добежим. А, нет. Подожди. Ты должен меня убить. А, да, убей меня, да. Точно. А, из-за этого, наверное, стало подвисать, я так думаю, да? Ох! Неожиданно. Ну, собственно, победила дружба и победила хорошая... Любовь. Да, любовь. Что ж, дорогие друзья, будем прощаться на этом. Мы сегодня поиграли в замечательную игрушку. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы, ссылочка будет все в описании. На с вами был Родригес и Маугли. Всем счастливо и пока-пока! Покедова!